Друзья, приветствую на канале Bet Games, и сегодня будем пытаться подняться в игре Scratchcard BK MLBet. На балике у меня 4000, промокодик, как всегда, оставлю закреплен в комментарии и закреплю на этом видео. Удачного просмотра, хороших вам ставок, друзья. Давайте начнем. 500 рублей первая ставочка, и будем стараться поймать хороший коэффициент. К сожалению, ничего не получилось. Ой, сразу как хорошо. Ребята, ребятушки, вы это видите? Вы это видите? 10 500 одной ставки, я только начал играть. Ой, как хорошо. 21 коэффициент просто сходу мы получили. Делаем ставочку в 500 рублей еще раз. И снова коэффициент 2. 1000 рублей зарабатываем. 14 тысяч на балансе. А, ну не зарабатываем. 500 рублей мы чистыми получили. Офигеть, друзья. Кстати, друзья, есть небольшая проблема с ссылочками на BKMLBet, так что пока что не будет их. Будут только промокоды. Но, друзья, промокод по большей части самое важное. Давайте поставим еще 500 рублей. Как только будет какая-то информация по ссылкам, я сразу выложу видео. Пока только ссылочки есть на BKXBet, 3-8 Stars и BetWinner в моем телеграм-канале. Кстати, не забываем подписываться. 2000 рублей. КФ4 со ставки в 500 рублей. На балансе уже 15 тысяч было, 4 тысячи. Ну, постараемся не потеряться, не потерять всю эту сумму. Будем стараться экономить. И что-то, возможно, получится у нас хорошее. Так, 1000 рублей давайте ставку сделаем. Пока что ничего не доехало. Много якорей, много золотых сундуков, но нет, не повезло. Что-то еще будет? К сожалению, нет. 500 рублей ставочку сделаем. Такая пушечная игра получается. Снова нет. Еще раз пробуем. И снова нет. Да что? Почему так? Пробуем еще разок. Делаем ставку в размере 1000 рублей. Не получается. Вообще не получается что-то добиться. Похоже, это был... Ой, нет. Получилось. Получилось КФ8. 8000 рублей мы отыгрались. На балансе у нас 15 штук. Играем еще. Ничего пока что не получаем. Давайте поставим 500 рублей. Не будем слишком сильно разгоняться, потому что, ну, банк может утечь очень быстро. Снова 500 рублей мы отбили. Ставим еще раз. Ой, якорь, хорошо доехали. Хорошо доехали, якорь. 1000 рублей забираем. Делаем ставочку еще раз. Ну, пока что нет. 1000 рублей поставим. Будем надеяться, что выпадет хороший коэффициент. И не выпадает. Никак не идет. Отлично. КФ4. 4000 забираем. 16 тысяч. Плывем все на одной и той же сумме. Пока что пиратский клад сокровищ нам, конечно, попался только сразу же. 21 коэффициент, 500 рублей. Но это было жестко. Так. Ничего. А, нет, смотрите, по диагонали я не увидел. Держимся на балансе таком ровном. Не очень, конечно, круто, но попробуем 2000 поставить. Это, наверное, была небольшая такая ошибка. 500 рублей сделаем ставочку. Не заходит. Еще раз. Якори попались. 500 рублей снова отбили. Ставим еще раз питик. И снова проигрыш. Снова поражение. Неудачное. Будем стараться еще. Кстати, друзья, скоро у меня товарищ запустит новый проект. Я обязательно с вами им поделюсь. Он будет играть чисто на БК 3-8 Stars. Потом все расскажу, как только канал появится, друзья. Так что не забываем поддержать человека лайком. Ну, это уже по факту, конечно. 1000 рублей снова поставим. 2 диагонали. Отлично. 4 коэффициент. 16к на балике. Ну, как-то скучная игра идет. Ни туда, ни сюда. Давайте повысим до 2000 рублей. И будем что-то дальше думать. Отлично. Сразу же КФ2. Побеждаем. 17 тысяч. Это такой переломный момент. Что-то у нас превзошло 15 тысяч. Но дальше идут только поражения. К сожалению, ничего не доезжает вообще. Пробуем. Ну, что-то будет. Нет. Вообще ничего не хочется. Такая замечательная игра, и нет. Снова нет, 2000 снова ставку делаем. Фу, 4000 поставим, надо... Ой, хорошо, 2 диагонали соединяются, 16 тысяч. Ну, конечно, КФ4 доехал неплохо, мы хотя бы вернули банк. Я снижу ставку до косаря, потому что, ну, жестко стоять 4000 было. Нет, я уже что-то погорячился, но без риска, к сожалению, никуда. 2000 ставку делаем. Сундуки соединились. Отлично. КФ6, 12 тысяч получаем. Это с 4 начали, уже 25к на балике. Отлично, игра пошла. Пошла игра. Будем надеяться на более серьезные выигрыши. 2000. Ничего, еще раз 2000. Соединились, друзья. КФ8, 16 тысяч получаем. Отлично.
Ой, как хорошо идет. 36к на балике. Па-па-па-па-пам. О, сейчас мы тут разбогатеем, я чувствую. Казалось бы, можно за... Ух ты, вот это да. 8 тысяч еще раз. Так, давайте 1000 поставим, чтобы как-то прочувствовать момент проигрыша, да, как это называется. Потому что после череды побед идет череда поражений. Будем пытаться сохранить баланс, но, к сожалению, пока не идет. 2000 снова ставку сделаем. Не доехал сундук. Так, не доехал здесь. Доехали якоря с одной стороны, отлично. Так, что тут у нас? Ничего, давайте 4000 зарядим, попробуем. На балике все-таки уже баланс серьезный, ребята. Сундуки золотые доехали, 24 косаря забираем. С 4000 уже 52 сделали. Вот это пошла, вот это занос. Вот это заносище. То, как надо играть. Отлично, давайте по косарику ставить. Я не хочу потерять эти денежки. Обязательно нужно их сохранить. Да, БК МЛБ сегодня удивляет очень сильно. Так, и еще раз. Но что-то уже идет не так. 40 тысяч на балансе. Мы будем пытаться поймать что-то еще. Давай, родной. Ну, нет, ничего не случилось. 4000 поставим. И прокол. Сразу же прокол случился. Да, баланс уже немножко уменьшился. Был 50 тысяч, стало 34. Пробуем. Не надо останавливаться. Не везет. Давай что-нибудь сочное. Сочный коэффициент. Еще раз. Отлично, есть 4 коэффициента 16 тысяч, немножко отыгрались, то есть 8 тысяч, ой, 8, как вообще, 12 тысяч в плюс. И вот на ставке в 2000 рублей мне просто доезжают золотые монеты на коэффициент 8, 50 тысяч снова на балансе. Что ж, давайте попробуем еще раз 2000 поставить и, ну, один сундук не доехал. Ну, как-то невезение. Так, я думаю, вы могли услышать посторонние звуки. Окно открыто на улицу. Это могло произойти именно так. Так. Что тут у нас такого? Ну, почему? Я хочу поднять больше. Больше. Давай. Доедь мне что-нибудь сочное. Я ставлю по 4000 рублей. Неужели мне не доедет что-то? Ну, нет, вообще никак. Я еще раз поставлю 4000, якорь есть, и на них только все и держится. Нет, не доезжай, ну давай, родной, сейчас все получится. Никак, вообще никак, не могу пробиться. Ой, пробил, ребята, 24 тысячи, 50 тысяч на балансе. Нам намекают, что нужно закончить, но я не хочу отступать. Поставим по 500 рублей. Да ладно, КФ4 доехал на 500 рублях. Еще раз 2000 поставим. Еще раз 2000 и повысим до 4. Так, ничего, еще раз. Якорь доехали. Пробуем. Ну что такое, смотрите, не там. Чуть-чуть не доехало, но давай никак. Пробуем еще раз. Я не хочу останавливаться на 50 тысяч, я хочу больше. Я хочу намного якоря. Слава якорям, но, к сожалению, как видите, не всегда это получается. 8 тысяч гружу, пора. Давай. Ну, что такое? Еще раз 8. Сейчас все солью, походу. Еще раз. Как это недостаточно средств? Такого быть не может. 4 тысячи ставим. А, все, я все слил. Прекрасно, друзья. Не получилось подняться. Почему-то баланс еще просто не обновился. На балансе 0. Минус 4 тысячи, просто не смог остановиться. Ладно, была возможность поднять, ничего страшного. Ну, в следующий раз получится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока.